Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зубе войну». Да, ребята, буквально 2 или 3 дня назад я делал запись по этой игре. Прошел, по-моему, какой-то уровень на 3 звезды. Мы с вами дрались на арене, и знаете, что самое обидное? Что это все не записалось. Представляете, 1,5 часа коту под хвост моих стараний. И очень-очень сильно, ребята, я расстроился тогда. Все, как бы запись она была, был записан мой звук, но картинка вот так вот стояла на одном месте. Я еще удивился, почему так столько записывал, а файл такой маленький. А потому что там записался только лишь один, ребята, голос от видоса. Вот, и давайте тогда будем делать новую серию, ребят. Но, правда, я все потратил, я потратил все банки, когда хотел показать, как я тут прохожу на 3 звезды все это дело. Очень много было попыток, все потратил. Так что я не знаю, что мы будем сегодня делать, но для начала посмотрим, что у нас тут. Да ладно, я до сих пор на первом месте. 3 дня прошло, и я до сих пор здесь, да... Нет, 3 дня это я что-то приврал, ребят. Там было 2 суток, по-моему, или 3. Ну, грубо говоря, 1,5 суток прошло, и я до сих пор на первом месте. Ё-моё, я думал, что сейчас мы будем с вами опять отвоевывать первое место. Хрен тебе, я на нем и стою, никто его даже не хочет у меня забрать, не претендует. Ладно, давай забирать тогда здесь. Там, кстати, да, ребята, мы открывали с вами сундуки в том видосе. 2 легендарных ящика у меня было и, по-моему, 2 военных. Да. Также я там апал. Кого я апал, а? Дай-ка мне бог сейчас вспомнить. По-моему, огнеметчика, нет? Или огнеметчика, или рейнджера, или вилли. В общем, ребят, все деньги я спустил. У меня было 4 или 5 тысяч монет. Все на апы поспускал. А, да-да-да, сколько вот здесь мы в этом корнфарме были. Оу, было жестко. А что, у нас, ребята, поменялось? Ах, да, ну что ж, давайте, ребята, у нас новый ивент. Это, по-моему, если не ошибаюсь, про байкеров. Так, давайте для начала мы посмотрим с вами мой состав. А мой состав заключается... Так, ну, заморозка здесь... Хотя нет, почему? Заморозка пригодится. Это, по-моему, единственное, что у нас не будет разрушаться. Это именно бочка с жидким озоном. Азотом. Так, этого, не знаю, стоит ли. Турель, по-моему, здесь однозначно нам не пригодится. Не нужна она. Поэтому давайте мы с вами поменяем. А на что нам поменять-то? Ха-ха. Даже не знаю, ребят. Кто у меня там обычно бомбит? Давайте, наверное, вот так вот возьмем с вами. Нет, не Вилли. Нет. Конечно же, не Вилли, а вот. Своего гварда. Выбираем и ставим вот сюда. Вроде бы как и все. Вот таким составом, ребят, мы сейчас с вами и пойдем. Да. Давайте, ребята, один разочек сыграем в ивент. Посмотрим, как далеко мы с вами пройдем. И сейчас увидите, ребят, что бонусов у меня практически никаких не осталось. Ни ярость, ничего. Я надеюсь, этот-то видосик хоть запишется. Видите, ребята, все потратил буквально. Жесть. Жесть. А так там прикольно, конечно, было. Все было. Все было очень хорошо рассказано. Куда вы, родные мои? Бум. Так, я надеюсь, не слишком ли громко у нас звучание идет. Может быть, чуть-чуть потише сделать нам? А то я помню, как-то был такой момент, что громкость очень слишком сильная была, и моего голоса не было вообще слышно. Так, ну что, мои архаровцы пока наяривают. Ох, красота какая. Да-да-да-да-да, давай разносим тут все. Бочку. Угу. Так, куда? Куда ты разогнался, сопряжуй? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как это не вовремя-то? Как это... Да чтоб тебе, где, кто, почему? Ну, вообще, ребята, хреново. Хреново мы с вами начали этот замес. Очень хреново, я вам скажу. Так, зомби мои там бомбят пока. Давай, гвард, вали их там всех налево и направо. Сейчас опять вылезет этот пулеметчик и всех моих ребят разбомбит. Особенно Сонька, когда она здесь падает. Это голимый ходячий зомбарь, да, ребята? И он сейчас встанет, это будет плохо. Ждем. Так, давай. Бум. Давай. Блин, она сейчас встанет. Есть, упала. Это хорошо, ребят, вот это замечательно. Так, 89 смертей мы уже с вами нанесли. Так, замечательно. Гвард побежал. Вау, там такой замес нехилый. Ага. Так, давай, гвард. Ему пофиг.
Ему пофиг, конечно, на стрельбу, но не до такой... Такие рабцы, бегу вперед, да, ребята. А вот так вот, не хотите выкусить? Давай вот сюда еще бочку это поставим. Блин, зря я сюда поставил, тут мои зомбари довольно неплохо справлялись. А я их заморозил. Так, давай вот так вот сделаем. Бумкнем. Так, жарим, жарим, жарим. Иди отсюда. Встает это хламонище. Так, бочонок. Бочонок мой. Куда ты? Ты куда разогнался? Эй, хлопец. Какой крутыш. Гварду пофиг на этих стрелков, что там бомбят, стреляют по мне. Абсолютно. Эй. Куда это ты разогнался, красавец? Иди отсюда. Бежит там, сломя голову. Ну, давай так сделаем. Так, побежали. Бэм, готов. Так, ну что ты делаешь, роднуля? Давай, Марин, выбегай. Тыщ, взрываем тут всех к ядрене фени. Так, солидно. Так, надо сюда, наверное, ребят, заморозку уже вставить. Хорошим там баловать. Не понял, что сейчас будет? Взрываем нафиг всех. Ага, сейчас пулеметчик вылезет. Вот, буквально секунды на секунду должен вылезти пулеметчик. Что-то не вылазит нифига. Ну, я знаю, что он должен. Вот, вот он появился, гаденыш. Ну что, отстрелял свою? Пошла, Сонька, пошла, родная моя. Давай, давай, жарь там их всех. Молодец, красава. А я тут бочками пока все завалю. Так, механик побежал. Йоу, тресь получил свое. На! Ватное сусло. Взрываем. Естественно, ребят, взрываем. Так, сейчас вылезет пулеметчик, да? Да-да-да, вылез, гад. Ну, тем не менее, Сонька сейчас превратится в зомбаря. Она побежит на их сторону, а не на мою. Вот мне вот это не нравится, конечно, что Марин здесь рядом упал. Блин, он превратится в зомбаря. Обязательно, ребят, превратится. Уже превращается. Так. Ну что же, выставляю всех своих ребят в атаку, как говорится, не щадя живота. Они бегут. Блин, всего лишь 4-й уровень у нас. Это слабо, мало. Заморозься. Отлично. Вау, хлеб, радио, все дела. Фига вас тут. Эй, давай зачистим маленько, да? Что-то слишком много их там. Побежали они. Ха-ха-ха, куда бежишь-то, голубчик? Так, давай. Ну что, ё-моё, ребят, ну сколько... Вот как-то не вовремя вы пишете мне комментарии, вот сейчас, в данный момент. Отвлекаете меня маленько. Так, ребятушки, сори, тут начали и звонить, и все подряд, блин. Ай, преимущество потерял. Потерял все, что можно было, ребят. Не знал, как тут на паузу на эту нажать, ёлка-палка. Она у нас наверху, оказывается, здесь, в игре. Вон она, там находится. Так, что такое, что? Я не могу понять, что... Ну, нет, надо взрывать тут нафиг все к ядрине фени. Так, сейчас вылезет пулеметчик. Я чую, вот нутром чую, что сейчас секунды на секунду появится его рыло. Вон оно. Чуйка не подвела. Вперед. Ну что, вот куда ты бежишь? Вот куда ты бежишь, а? На-ка, выкуси свое. Давай, Сони, бомби. Так, мне нужен гвард. Мне нужен гвард, ребята. Он дорогущий гаденыш. Во, побежал. Побежал, родной мой. Сейчас будешь тут жахать по всем. Бум. Нормуль. Ему пофиг на этих автоматчиков там, кто бы там ни был. Он всех уничтожает. Он довольно крепкий парень. Так. Видите, он даже очень долго стоит. Ну, конечно, не устоит он против такой пулеметной очереди. Но, тем не менее, стоит. Бум, готовы. Так. Всех тут разносим в щепки. Просто в щепки. Дай-ка я еще вот так вот сделаю. Заморозочку легкую сюда поставлю. Бочку на всякий случай. Можно, в принципе, еще одного гварда... Ах, мой гвард там заморозился. Ядрен батон. Так, механика... Давай. Шериф, малорик. Забамбахал, отлично все получилось. Да, ну я этого и ожидал, ребят. А теперь пора отправлять. Пора... Да елки-палки, я хотел гварда, блин. Ну, жарим. Так, вот этих вот взорвем здесь. Бум. Всех скопом положили. Давай, механик, родной мой, давай вот так вот сделаем. Ух, чтобы, как говорится, урон был просто колоссальный. Так, ага. Где там эта морда пулеметская? Влази. Угу, все. Отстрелял, теперь моя очередь.
Теперь моя очередь, ребята. Куда, куда-то бежит. Воу, а вот это вот, мы так не договаривались. Пардончи. Так, давай, 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 что у меня там еще? Ярость кончилась? Кончилась, ребятушки, ярость у меня, к сожалению. Вот сюда я поставлю, наверное, бочку эту. Пускай она здесь морозит. Ну-ну-ну-ну-ну, отлично. Да как сказать, отлично, нифига не отлично, ребят. Ну, перехватил, молодец. Так. Вот, то, что нужно. Фига их тут армада такая идет, там мои зомбари. Давай взорвем тут все. Эй, бочку гад взрывает. Вот ничтожество, а. Где пулеметчик, ё-моё? Вон он. Явился, блин, не запылился. Фига там орда зомбарей. Сейчас вот этот тут точно на мою базу пойдет. Я как пить дать говорю вам, ребят. Ага. Хрен тебе. Так, дай-ка я там взорву нафиг эту бочку. Ух, сейчас понесу. Ребят, хотя бы седьмую. Но я проходил до максимально. По-моему, здесь 11 или 12. Ё-моё. Эй-э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 й. Куда, 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 куда вы, голубчики? Да что ж такое-то, а? На-ка. Такие... Ну нет, 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 нет. Взрывай, взорвись, ядрени фени. Так, ну что там у нас, блин, манны. Очень мало, ребята, манны у нас. Очень мало. Так. Накрыли, блин, заморозка. Придется так делать. Другого варианта пока не вижу, ребятушки. Обменялись, как говорится, мы с ним стрельбой. Так, этих зомбарей мы, естественно, накрываем медным тазом. О, а ты-то как тут оказался? Эй, олух! Воскрес, блин. Бум, там вообще жесть, жесть просто какая-то, ребят, происходит. Ну давай, давай, колбасим. Ага, ну естественно, ребят, как же без этого? Как же без этого-то? Без этого пулеметчика, блин, гада. Так, автоматчики идут, да? Ну-ка, зомбики. Развлеклись по-быренькому. Ну давай, 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 давай. Блин, хотел, ребята, гварда дождаться, но чуть не дождался, не получилось у меня. Взрываем там всех, к чертовой бабушке. Нечего, как говорится, им землю топтать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, Соня, выходи. Твой выход. Дебют. Бум, снесли. Все жестче и жестче тут, ребята, у нас обстановка накаляется просто до предела. Соня, давай только не будем падать здесь у меня на базе, блин. Пожалуйста, а? Пройди дальше. Так-так-так-так-так-так, тихо-тихо-тихо-тихо. Оу, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, неудачно, неудачно это все, ребята, получилось. Да ты будешь стрелять-то, эй, шериф. 3 часа, как этот, как замедленный какой-то, я не знаю, вот она. А смотри-ка, она почему-то побежала в другом направлении, странно. Ну, вот вам, раскрыто все, бомбить их базу, как говорится, не хочу. Ну, давай-давай-давай-давай, 7-й уровень, пожалуйста, добейте, пожалуйста, до 7-го уровня, а. А какого не понял я, а с чего вдруг? Без, знаешь, даже не было времени, ребята, как говорится, на перекур, чтобы он, а он сразу вылез, сразу начал бомбить. Это уже, ребята, подлог, вот сразу вам говорю, блин. Как почувствовал, что на базу слишком большой наплыв идет, сразу же твоего хренового автоматчика вызвал, блин. Ну, смотри, специально, все специально, ребята, делается для того, чтобы я профукал здесь просто-напросто этот уровень. На, блин, получи. Че ты стреляешь-то? Тыч, минус башка. Так, зомби, куда прешь? Куда ты прешь, блин? Ой, натик, говнюки, блин. Сейчас, сейчас опять вылезет автоматчик, да? Вот сейчас вот, секунду на секунду. Да-да-да-да-да, конечно. Я это уже понял. Минус нафиг. Че-то не попал, не по всем, по крайней мере. Да-да-да, конечно, ага. А если я вот так вот сделаю? Все, понравилось вам? Всем тут понравилось? Все сейчас тут получите. Давай, давай, давай. 7-й уровень. 7-й уровень бьем. Набиваем. Просто, ну, как всегда, отвлекает зо... О, молодец. Гвард умница. Он добил, ребят, 7-й левел. А мы с вами продолжаем бомбить их. Правда, у нас автобус на ладан дышит. Ну, да ладно. Вот это замес, ребят. Вот это просто замес. Давай вот так вот заморозку куда-нибудь вот сюда бросим. Пускай все замороженные будут.
Обмороженная на всю голову. Так, куда вы собрались-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Черт, черт подери. Не надо. Давай, Марин, помогай. Блин, ребята, ну что же, 882 души мы, так скажем, подбили. Черт подери. Могли бы, конечно, еще больше, в разы больше, будь у меня еще, ребята, откаты, будь у меня еще баночки с манной, с яростью. Все могло быть намного лучше, но, может быть, оно и лучше. Так бы, помните, как в прошлый раз мы с вами затянули с боем? Что такое? Я не понял. Что он мне сейчас показал? Так, ну мы, по-моему, получили с вами сундук, да? Или мне показалось? Нет, получили, ребята, военный ящик. Так, что у нас тут? Ну, лекарства, хлеб, радио. Ладно, в принципе, нормально, ребят, сгодится все это дело. Естественно, мы будем с вами улучшать, апать и так далее и тому подобное. Кто у нас тут в ближайшие, как говорится, конкуренты? В ближайшие напрапывания кто у нас будет? Вилька? Или Аустин? Я даже не знаю, блин. Аустин-то хорош, конечно, но он у нас идет чисто как фармщик. Фармит бабло на уровнях. Ну что, ребят, может быть, попробуем все-таки как-то вот с вами пройти вот этот вот уровень, да? Первый, на 3 звезды. У нас тут, по-моему, 3 уровня осталось. 1, 2. Так, эти я прошел в прошлых сериях, по-моему. Или вот этот? Или вот этот уровень я прошел. Так, 2, 3, 4. Да, 4 уровня, ребят, еще у нас предстоит проходить на 3 звезды. Давайте мы с вами поменяем на тот состав, который у меня был. Это было у меня... Что у меня было-то, я уже не помню. Так, надо ставить... Секунду. А кто у меня там был? А, все, вспомнил. У нас там стояла турель. У нас с вами стояла турель вот так вот. Марина, механик... В общем, не помню, ребят, надо смотреть. Давайте будем глядеть, кто у нас что тут. И получится ли у нас вообще пройти здесь все это дело. Так, ага, ага, даже вот так вот. Вот это зелебоба. Я знаю точно, что если сейчас я отправлю, предположим, даже Марины, да, у нас сразу же эта тварь побежит. Так, а вот эти я не помню. Они у нас, по-моему, к огнестрелу. Оу, во! Меня сразу, ребята, осенило. Я сразу все, все сразу вспомнил. Оу, еще и камикадзе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А это плохо, это очень плохо, ребят. Камикадзушки, да, значит? Тихо. Фух. Так, ладно. Пытаемся, ребят, пройти с вами. На 3 звезды, не забываем об этом. Вот сюда я выкину нафиг заморозку. Да, неудачно, конечно, ее бросил. Да чтоб тебя. Давай, ярость. Ярость предков, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, сюда надо нафиг бочку ставить. Это не дело, ребята. Сейчас нам просто-напросто тут все забомбят. Так, хорошо. Вот тут удачно получилось. Ну, вы будете пробивать-то, ё-моё, ребят. Ну, 3 звезды мне надо, как всегда. Вы же знаете прекрасно. Все. They're good. Отлично. Фух. Ну, здесь легко, ребят. По сравнению с тем, что было в прошлой серии, которую вы, к сожалению, не видели, потому что она не записалась. Это, знаете, что это? Цветочки. Так, ну что, давайте тогда двигаться с вами. Вообще, ребята, все, практически у меня одна ярость осталась и, естественно, 7 откатов. Ну, на откатах мы далеко, естественно, не уйдем. Да и на одной ярости, к сожалению, тоже. Ладно, попытаемся, посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут за зомбики. Ой, я уже не помню, что они делают у нас, если честно. Не помню, ребят, что они делают. А, по-моему, они, если убивают нашего... какого-нибудь персонажа, он превращается вроде в зомби. По-моему, это... Ох, ничего. Оу! Да ладно вам! Вы что, серьезно, что ли? Да быть такого не может. Эй-эй-эй-эй-эй. Потратил последний, ребята. Так-так-так-так. Ну, конечно же, камикадзе. Все, ребят, уже не проходим на 3 звезды. Уже не проходим на 3 звезды, потому что получили урон. Так, тихо ты. Ну, давай посмотрим, хотя бы освежимся, ребята. Освежим свою память, что у нас здесь вообще происходило и как оно будет. Так, выставляю... А, все, ребят, я вспомнил. Эти зомбари у нас, когда умирают, они превращаются вот в таких вот дуриков. То есть еще в одних зомбарей. Ну, тут жестко, я вам могу сказать одно. Тут очень жестко все будет. Но... Охренеть, какая жесть.
Естественно, ребята, здесь нужно мне все. Мне здесь нужно и ярость, и, соответственно, банки с этими... с манной. Все, без этого я здесь не пройду. Сто пудов вам говорю. Да иди ты отсюда, лезет он. Бум, врезался, молодец. И, соответственно, ну, турели здесь полюбасику нужно, ребята. Вы сами видите, какая тут жесть. Да вы достали там же лазить. Так, хорошо, давай вызовем Соньку и еще вот сюда одну заморозку бросим. Вот так вот как-то попробуем. Так, вот эти вот твари сейчас будут прыгать. Да-да-да, они будут прыгать именно сюда, к Соньке. Да. Сейчас волна пойдет, ребята, уже. Допрыгайся здесь. Ничего мне тут... Нет, ничего мне тут не поможет, ребята. Абсолютно. Бесполезняк. Жесть, ни отката, ни манны нету, ничего. Никаких, ребята, шансов. Просто-напросто. Надо даже на попытку тут как-то выжить. Будь у меня побольше бонусов, все бы было бы у нас хорошо. Поверьте мне. Но тут... тут бесполезняк. Просто давят толпой. Массовой причем. На эти гады получите. Но, тем не менее, я уже буду знать, что мне в следующий раз и как мне подготовиться вот к этой бойне. В принципе, у меня уже есть по поводу этого, как говорится, какие-то мыслишки. Но сейчас их просто нельзя никак реализовать из-за того, что нехватка бонусов, ребята. А так все здесь элементарно просто. Да, просто надо взять небольшое преимущество на начальном, ребята, этапе. И все. И все будет зашибись. Сейчас побежит, естественно, волна и... и тут меня порвут. Просто волна сейчас меня здесь разберет. Вдоль и поперек. Вот смотрите, как это будет выглядеть. Вперед на зомби-войну! Как говорится, иди отсюда. С поля. Щегол. Да, ребятушки. Все в бонусах. Блин, а я бонусы потратил на тот уровень, который... так жестко проходил, чтобы вы, ребят, посмотрели и... Эх, и мимо кассы он пролетел, к сожалению. Да? А как я, ребята, вот здесь вот дрался. Если бы вы видели, как мне до первого места... Там один чувачок мне попался, не помню, как его звать. Сейчас он здесь... его даже здесь почему-то я не вижу. Ох, как мы там с ним... Боев, наверное, 12 переигрывали, пока я его первое место получил. И также все там было элементарно и просто. Всего лишь нужно было поставить Вилли. Вилли и нашего гварда. Да, как-то так. Пока вроде бы и делать-то больше нам, ребятушки, здесь и нечего. Фармить бабло идти? Ну, это я и сам сделаю. Вам этого, как говорится, не нужно смотреть или показывать. Как говорится, лишнее время тратить. Да, пожалуй, все, ребятушки. Сегодня мы прошли с вами уровень. На 3 звезды осталось еще 3 уровня, и игра будет пройдена по фулу, то есть везде будет по 3 звезды. Но на этом мы заканчивать с вами не будем, ребята. Мы должны еще собрать с вами всех юнитов, которые будут здесь призовые и бонусные. А их, как минимум, ребята, 2 штуки я насчитываю. Это за Хэллоуин и еще там за что-то. Так, это нам попадется Берс, так, этого я получил с пилой. По-моему, еще какой-то должен быть персонаж. Ладно. Все, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.